Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество за Португалию играть в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. С новым патчем, с новой цивилизацией, но без нового режима. А, на новой карте, кстати, болото. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому видео. Спонсором я сразу как записываю, выкладываю эти видео во вкладку «Сообщество». Спасибо им за поддержку, конечно же. Ну и давайте продолжим. Мы вышли в античность. Нормальный век. Все мои соседи... Ну, на божестве это всегда так происходит. Они все в золотой век вываливаются. Давайте думать. Ну, евангелисты точно нет. Буду ли я районы строить? Ну, конечно, я буду районы строить. Блин, ну и озарение, по идее, с вольнодумством я буду строить. Блин, ладно, монументальность. Это такой универсальный какой-то этот. Нам, короче, нам надо до возрождения дожить. Вот Португалии надо дожить до возрождения. Это вот прям стопудово. Ускорили мореходство. Собственно, давайте его и открывать. Я без гончарного дела давно так не играл долго. Не, без открытого гончарного дела. Так, Хатуса заповедник, Кахокия кампус, Ватикан торговый путь. Вот издевается, да? То есть я не могу к нему проложить торговый путь, в принципе. Вот тварина какая. И Шенгети трудовую повинность. Ну, тут выполнимо только Кахокии. Конечно же. Так. Пойдем-ка скаутом на всякий случай контролировать сюда подход. Давайте я, наверное, поскочу сюда, смотреть, чтобы тут просто кельт... Ну, вообще, у кельта 265, я не думаю, что мне стоит его бояться. Но все равно будет неприятно, если, например, с двух сторон нападет. Ну, кстати, с Колумбией уже нормальные вроде отношения. Ну, как нормальные? Хоть не это... Не осуждает, и то... Топ-плюс. Так, поселенцы. Значит, я хотел тут сначала поставить на строителей. Сделать строителя, так. Потом поменять на поселенцев. Строителей я делаю... Что тут еще? Морских юнитов. Ну, морских юнитов точно еще нет. Мне сначала там надо... Монумент поставить стопудово. Да, делаем так. Значит, тут начинаем делать строителя. В Фуншале мы начинаем делать монумент. И я, пожалуй, здесь куплю торговца. Сразу. Сотка. Я просто думаю, если мне объявят войну, мне нужно 30 монет, чтобы апнуть в лучника. Ну, то есть это два хода будет, да? По идее, я бы, если еще одного торговца я куплю или сделаю, то я могу уже карточку на плюс 2 ставить. Ладно, пошли теперь в автократ. У нас три хода до того, чтобы поменять карточку здесь на поселенца обратно. И как раз три хода приедет Магнус. Я через два хода, у меня рабочий достраивается, я его сюда перекидываю и вырубаю лес тут. Ну, перекидываю сюда, вырубаю тут лес и перекидываю сюда, вырубаю камень под Магнусом. И я думаю, что это два поселенца будет. Вполне. И что, и ни одного жителя, что ли, не убило? Серьезно, блин, у меня бы уже полгорода не было. Ну, конечно, нахрена. Капельньюш. Капельньюш. Красивое название для... для вулкана. Капелюш, например, по-белорусски... Это подожди, капюшон? Капелюш. Капелюши. Ну да, по-моему, что-то я...
Засомневался. Так, в Лиссабон. Фуншал. Рост производства. Не, я его правильно сюда поставил. Мне очень нравится, как он именно тут стоит. Не струсил, например, не сюда поставил. Тогда тут были бы какие-нибудь эти вопросы. Не, нормально. Очень приятненько. Так, у меня бежит тут вести этого поселенца. Тут у нас колясочка. Чисто проверять, что... Гал Акакельт не надумал на меня нападать. Вообще, знаете, я подумал, что я зря сюда пошел, но мне было сюда идти и искать морские города Гала, чтобы к нему можно было караваны отправлять. Не догадался немножко. Тупанул я бы даже так. Так, вот эта армия в 431 человек, который ко мне подходит, мне очень не нравится. Очень не нравится. Может, шел бы ты отсюда, фрейрок? Так, и тут жилья пока достаточно. Нормально, ладно. Ага, он тут просто тусит. Я просто, мы просто гуляем. Ну, такой мемчик уже в Беларуси, что мы просто гуляем. На всякий случай надо всегда поселенцев защищать, даже если нету варваров. Там, например, Колумбия нам объявит войну, и она сюзерен Кахоки, предположим. И сиди, у тебя тот же дуболом захватывает. Ну, у нас, правда, сюзерен Вьетнам, с которой у нас дружба. Так, значит, мы сюда идем. Тут я уже начну делать поселенцы. Я понимаю, что без карточки, но больше нам тут делать нечего. Пока. Ну, я сейчас, наверное, сюда подойду, попрошу открытые границы. Они специально теперь... Дайте... В игре Португалия и компьютеру разработчики прописали, чтобы они специально не ставили города на побережье. Я думаю, так будет. Интересно, какой пантеон у Вьетнама? Я бы тут, конечно, брал на пустыню. Это юнит строителей, город растет на 10%. Ну, такое. Откуда тогда тут три веры? Два леса. А, ну да. Два леса и чудо. Чудо плюс два, два леса плюс один. Блин, три очекита, конечно, берут города. На самом деле, это вот это очень дурацкий, уникальный юнит, я считаю. Просто человек может спамить очекиты, и ты, и он тебя забирает вначале. Так, ставим обратно на поселенца. Подождите. Я сомневаюсь, что у меня будет по лояльности отвал. 4,6. То есть две лояльности можно убрать. Просто содержание юнитов, извините, у меня... Ну, минус 2. Всего лишь. Как бы всего лишь. Но все-таки хочется и его убрать. Поэтому на поселенцев и на содержание юнитов. 5 ходов политическая философия. Так, смотрим. 4 хода посел. Вырубаем под Магнусом. 2 хода. Отлично. Так, ну что, мы договоримся про право прохода. Он мне даже готов заплатить.
Блин, они это не починили. Я с вас офигею. Уважаемый Фераксис, почему вы ремонтируете какую-то хрень? Какой там компьютер готов или не готов воинов-монахов строить? Вот это почему не сделать нормальным? Кстати, что у нас по ресам? Два янтаря, ну, по-моему, янтарь я и сам смогу. Да, у меня янтарь и так есть. Так, а что с Вьетнамом? Следующим ходом буду просить открытые границы. Мореходство, есть астрология, есть верховая езда. Пожалуй, надо гончарное дело все-таки открыть уже. Потом буду верховую езду. Ну, наверное, уже этого поведу сюда ставить. Блин, а может сюда попытаться? Что тут у нас с лояльностью? Нет, давайте поселение. Вот, опять же, спрашивается, нафига вкладка лояльность? Вот что она показывает? Она, по идее, должна показывать то, что вот эта вкладка поселенец показывает. Эти вот штуки. Ну, конечно, минус 20. Ну, я так думаю, что тут города Кри очень серьезные такие. О, как раз 4 хода политическая философия, и я, наверное, поставлю карточку плюс 100 на создание морских юнитов и в фуншале корабельников, кораблей, кораблей, господи, кораблей начну строить, галеры. Ну, видимо, имеет смысл Магнуса. Блин, жалко его повышать на снабжение. Не уменьшает его население. Надо ли мне это делать в Лиссабоне? Давайте подумаем. У нас предел 5 жилья. То есть у меня следующим ходом просто достигается предел, понимаете? Поэтому в данном случае Магнуса повышать, чтобы он не уменьшал жилье, просто нет смысла. У вас город и так не будет расти. То есть мне тут надо было какое-то жилье высокое сделать, чтобы Магнуса повышать. Именно поэтому он здесь бессмысленен. Вот эта прокачка для Магнуса. Взять Виктора на всякий случай. Возьмем Виктора. С компьютером вот этот перебдеть никогда не помешает. Потому что, ну вот это основной просто город, я тут боюсь, и Кри, и Колумбию, мне кажется, все-таки Гал не такой отмороженный, как эти двое. Пингала еще рано, его просто некуда сажать, чтобы он много приносил. 67 науки уже у Колумбии. Ни хрена себе. И это не он этот то чудо построил, Тининанку, или как там оно называлось. Просто, блин. 67 науки, 35-й ход. Изи. Как это вообще возможно? У него уже шедевры. У него уже там театральные площади. Охренеть. Просто охренеть. Ну, конечно, забиваем пока на нефрит. Мы тут вырубкой занимаемся. Тут уже недостаточно жилья. В Фуншале недостаточно жилья. Так, ну я думаю, что здесь уже нам ничто не помешает. Могу. Так, а вот куда я хочу этим скаутом? Наверное, надо вот сюда бежать, смотреть, где там города Кри. Надо все-таки вниз идти по побережью и искать города Гала на побережье. Так, а это у нас миссионеры Гала. У него что за религия? Реликвии утраивают получаемую веру и туризм. Ступа, ну, такое. Так, неизвестный игрок. Неизвестный. Кстати, удивлен, что в этот раз Колумбия без религии. В прошлой игре, когда мы против нее играли, там Колумбия прям так
У меня религия, давайте. Давайте, обращайтесь в мою религию все. Ух ты, она даже готова мне много заплатить. Странно, вот это компьютер готов за проход так много платить, хотя его юнитов здесь даже нету рядом. Ну я, кстати, возьму вот это лучше, 3 золота на 30 ходов. Мне вот прям сейчас золото не нужно, а это 90, а он единоразово 90 она не заплатит. А у нас не дружба, она мне войну не объявит. Есть гончарное дело. Пойдем-ка, пожалуй, в верховую езду. Так, раз у нас появились деньги, я бы вот эту клетку хотел купить. Чтобы она уже точно моей была. Потому что тут Виктор, вот эта клетка была, контролировалась бы. Ну, в принципе, меня вот смущают эти... Концентрация войск Кри, скорее. Чё-то не обвиняет меня никто. Прям удивлен. Так, в Лиссабоне и в Эвере закончили. Пока никаких новых доступных путей не появилось. А, значит, ставим тут город. И... Отправим отсюда караванчик. Этот у нас идет сюда. Тут мы вырубаем здесь и посело. Блин, боюсь становиться под вулкан. Ну вот, уже есть город на воде, да, но я в него никак не могу отправить. Слишком далеко будет для меня, потому что если я буду туда отправить, то будет по суше идти караван. А это слишком далеко для того, чтобы по суше отправлять. Так, фаро у нас монумент. Плюс 2 довольства. Вот у нас еще апельсины. Возможны как ресурс. Ну и пока... А, ртуть. Так, а морских ресурсов нету, да? Ну, этот я интер не считаю, потому что он и так уже обработан. Ладно. Я, кстати, реально удивлен, что меня войну никто не объявил. Это не такая большая армия, чтобы мне не объявлять войну. Так, античную республику бессмысленно брать, у меня нету вообще районов. Ну, на самом деле, все остальные тоже бессмысленно брать. Потому что у меня нету войны. Я чудеса не строю, и тут нету ни правительственной площади, ни дипломатической. Я бы взял античную республику, потому что там больше на желтые карточки. Поселенцы. Дальше, плюс 2 к влиянию. А, подождите. Не, ну мне нету смысла никуда сюда отправлять, пока караете... Послы, торговый путь, кампус. Не, нету смысла. Это просто плюс 2 к влиянию. Тут на поселенцев. Стоимость клеток. Караван возьму. Я хотел плюс 100 морских юнитов. Давайте я... Создание строителей. Создание строителей пока тоже нет. Хотя... Смотрите, в Эвери, что я хочу. Да елки. Тут посел... А, слушайте. Я ж вот тут посела доделывал. Ё-моё, я вообще про Эвору забыл. Елки-палки. Тут посел доделывался.
Подождите, тогда этот поселенец идет пока сюда. У нас сюда сейчас пойдет поселенец через два хода. Ничего себе. Вот это я реально просто забыл про этого поселенца. Так, тут вырубим. Не, все-таки пока два золота от караванов и... Так, плюс два влияния и плюс 100 морских юнитов. Так, уншал галера. Куда дальше? Ну, давайте пока драму и поэзию открывать. Там верховая езда открывается. Да, тут я, конечно, потерял два хода с поселенцем. Что-то я не знаю, как я так проспал. О, есть. Так, мне надо вот эту клетку открыть, и я уверен, будет морской путь. В Адуатуку. Отлично. Вот у нас начинает появляться денежка, я думаю. Это здорово. Интересный континент у нас тут тоже вырисовывается, конечно. Так, этот скаут у нас сюда идет, Крис, следовать. Давайте я, наверное, вот сюда встану. Тут я в лесу, если что. Не, ну Эвора на данный момент не берется. Не думаю. Ну, тут, конечно, Колумбия 74-41. Это что-то нездоровое на это время. Ой, блин, а что там? Ну, поехали к Ватикану там, ребята. Вот это поехало к Ватикану все. Война Ватикану, да. Значит, этого пусела... Давайте мы, наверное, сразу вот этого поведем сюда. Ставить город. Блин, я просто боюсь, что он отсюда, он как Ватикан возьмет, он может просто накатом дальше и пойти. Я не знаю, там тяжеловато будет. Там какая-то очень хорошая армия идет. Давайте глянем на нее. Ну, хотя... Я там не видел какие-то что-то современного с другой стороны. Я теперь не думаю, что он будет на Эвору нападать, например. Ну, я еще камень хочу вырубить. И, кстати, если там будет сразу закончен... Давайте я письменность открою. Я бы сразу там кампус поставил, скорее всего. Да, слушайте, вот тут хорошее место будет. Если только не считать того, что тут постоянно все затапливаться будет... То место хорошее. Наверное, отправим сюда коляску. На помощь тому городу. Снизится сила, но что поделать. Так, ну вот теперь точно должен быть доступен. Да. Из Фуншалова 2. Один, потому что у нас пока один только на побережье. Этот поставим. 21 монета. О, вот это я понимаю. В
Строителя или торговца строить? Вот в чем вопрос. Мне кажется, торговца. У меня три торговца лишних. Я поставлю город. Как минимум два торговца побегут из Фуншала и из этого города в Адуатуку. А я сейчас еще выше. Я думаю, что там еще выше будет город. Мне так кажется. В любом случае, я хочу в это верить. Так, ну Ватикан, мне кажется, ГГ. Говорил, что... Ну, слава богу, что он Ватикан убирает, а не меня. Хотя... 37 сила. Вообще, 37 сила, да еще и стены. С тем, что там пошел, что-то у меня сомнения. Пока что. Так, давайте мы так потихоньку подходить. Ну, вообще, компьютер нормально берет эти города. Может, я зря на бедного колумбийца гоню. Да, тут еще останется производство, когда я вырублю этот камень, и надо будет кампус поставить. Ну и давайте сразу, наверное, две галеры. Собственно. И ускорим судостроение. Таким образом. Ну. Сила Ватикана не снижается. Так, тут вообще на еду и производство. Тут город ставим. Ну, производство одна клетка тут всего лишь. Мне бы хотелось, чтобы тут, конечно, происходили затопления, чтобы качество клеток улучшалось. Смотрите, тут как-то миссионеры неплохо так протестантские разносят религию. 9... 6, 7, 2, зороастризм, 4. У нас на континенте только зороастризм и протестантизм. Ну, а следующим ходом мы этого поселенца тоже доделаем. Этот поселенец пойдет сюда. В итоге у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, 7 городов. Типичное расселение, в общем-то. Хочу прыгнуть. Тут явно город еще. Или это от Адуатуки? Это от Адуатуки, блин. Да, это Адуатука, черт. О, ну что Гал один город только поставил? Значит, Кри там еще должен быть, я уверен. Блин, не хочу туда всеми прям юнитами идти. В принципе, уже можно эту коляску возвращать, потому что тут у меня плавает галера, которая ищет морские. О, слушайте, эти гал тут, то есть там есть проплыв сверху. Так что вполне до Донгхоя может... Если когда у меня в Адуатуке будет сделан торговый пост, то до Донгхоя будет добегать караваны. Два посла. Ну, пока некуда. Пока некуда. Еще одну ГГшку забрали. Арма, вызвать вдохновение для теологии. Это я не смогу сделать. Игры развлечения. Так, письменность открыта.
Астрология, пожалуй, нет. Строительство, каменоломня. Тоже пока нет. Мне надо камень вырубать. Хорошо тут религия пантеон не забирает. Вот у меня пантеоны на болото очень хорошо будут работать. Так, давайте я проверю пока кампус. Может, я неправильное место выбрал для него. Блин, я ж не могу камень собирать. Тьфу ты, ё-моё, как всегда. Ну, это лучшее место, естественно. Тут просто не показывает, потому что камень нельзя убрать. Понимаете? Блин. Ну что, я не хочу здесь... Блин, не хочу там ставить каменоломню. Это я всего лишь один ход ускорю. Но потеряю кучу производства и ходов на рабочем. Я лучше тогда уж постою, подожду. Давайте тогда просто откроем каменную кладку. Черт. Поэтому у ребят веры, что тут 40 вход. 40 вход. 40 вход у Вьетнама, 40 вход у Гала. 55 вход у Кри. Ни хрена себе. И 77 науки у Колумбии. Вот это, как бы, вот эти цифры я еще понимаю, да, на божество. Но 77, то есть он больше, чем в два раза, чем у этих ребят. Что это за... Что это вообще, блин? Что это так? Что це токе? Таке. Что це таке? Это я на чистом португальском сейчас спрашиваю. У меня так вот эти очки-то, акичи-то бегающие так не нравятся. Очень прям так раздражают. Ну, пропускаем ходы, пока не открою. Ну, тут надо возвращаться. Просто колясочка. Так, побегу тут, посмотрю. Так, в Фуншале стопудово нужен дальше строитель. В Лиссабоне торговец. Я как раз вырублю камень, а потом начну кампус ставить. Приятно, кстати, что открыты границы у всех городов-государств. Мне такое ощущение, что все равно не пройду. Видите, тут горы у Вьетнама. Недовольство в Лиссабоне, ничего себе. Я города поставил и как-то ушло довольство, да? Ну, пока Ватикан не забирается. И что-то в Колумбии войск меньше становится. Но это смешно, на самом деле. Колумбиец с такой наукой не возьмет Ватикан. Это, кстати, очень странное отсутствие армии у Колумбии. Почему-то 684 у Кри и практически такая же армия, как у меня у Колумбии. То есть они решили просто не учить пока компьютер, да, апгрейдить юниты, похоже. Ну это зачем? Как бы Катя из Каимбры добегает. Да, и из Каимбры добегает. Ну, я, наверное, из Каимбры и отправлю. Так, а этот вниз поедет. О, Средиземное море. О, какой-то проплыв есть. Класс. Алезия. Ну, я, наверное, вверх. Сбегаю, гляну, что там. Так, тут каменную кладку ждем.
Тут постоянно силы Ватикана колеблется, потому что дебил-компьютер не понимает, что юниты надо держать внутри города. Он выводит зачем-то. Ну, нафиг такую фигню объяснять компьютеру, правильно? Ну, слишком умный был бы. Человек должен чувствовать, что он пока побеждает компьютер. Но хотя я чувствую, что как бы против меня просто, знаете, двухлетний ребенок скорее играет. Не хочу обидеть двухлетних детей. Если вы меня сейчас смотрите, то совершенно вас не осуждаю. Сам таким был. Ну, давайте продолжим. Хотя, смотрите, вот это... так. У нас два бегает. Это третий, да? Это четвертый. Я тут хочу пятого поставить. Строиться, да? Или... не, давайте торговца, потом строителя. Так, тут, конечно, вот эти две карточки надо убирать. Давайте мы уже что-нибудь откроем. Давайте, пожалуй, драму и поэзию. Я чудо света точно не построю в ближайшее время. Даже не буду думать о строительстве чудес. Ватикан даже не вас... а его нельзя в осаду взять. Он на озере. Он в осаду не берется. Так, значит, собираем камень и кампус 4 хода. Чё-то долго. Я думал, побыстрее получится. И побежал. Так, слушайте, давайте я тут проплыву. Вдруг я увижу какой-нибудь крутой-крутой город внезапно. Увидел крутую-крутую пустыню. Лемносская пустыня. Лемнос что-то с Грецией, мне кажется, связано. Неужели мы... у нас Греция в игре? У нас, помните, одна есть случайная цивилизация, которую мы не знаем, кто это. О, 21 монетка сразу закапала такая. Кап-кап. Кап-кап. Я монетка, капаю тебе в кармашек. О, у него два меда есть, у меня нечем торговать с ним пока. Приятно с Кри договариваться. Так, закончилась дружба со Вьетнамом. А, это из Фуншала отправляем. Так, и вот этот последний мы, скорее всего... я, наверное, из этого города отправлю, потому что в нем производства вообще не будет. Хоть караван будет производство давать. А, нет, подожди, какое? Я отправлю... блин, вот эту клетку не открыл. У меня бы из этого города тогда караван добегал до Дангхоя. Блин, тут бы еще Колумбию открыть. Нормально, караваны появляются. Еще одно. А это что дает? Науку и культуру соседним клеткам. Ну, красивая, кстати, в данном случае. Ничего такая. Так, тут не пройти. Ну, ждем возможности пройти. Тут как бы возвращаться обратно еще дольше будет. Монумент. Давайте строителя... блин, вы знаете, я бы тут уже клетку выкупил. Даже две вот эти. Просто на ровном месте, опять же, три еды, два производства. Здесь можно не выкупать. Я думаю, тут, видите, Крик как-то и не планирует город ставить, я смотрю. А вот эти две Кахокия может приватизировать. Просто, вот смотрите, да? Сразу зашибись стало. Пошли в деньги.
Судостроение рано, хотя колосс можно было бы построить. Так, ну вот тут уже, собственно, можно убирать будет Магнуса и Пингалу туда отправлять. Кстати, на исторических... Я, наверное, сейчас в исторические хроники прям пойду, потому что будет раз кампус. И здесь Эвора, рабочий. Идем сюда, вырубаем кампус. Я бы, наверное... Короче, давайте уже Магнуса в Эвору. Так, Виктора. Ну, давайте пока в Фуншал. Ну, хотя это такое. Там никто вроде не нападает. Ой, как за растризм. Ну, зато у меня хорошие отношения станут с этим, наверное. Хотя тут и этих миссионеров. Ну, смотрите, атакуют Ватикан, атакуют. Так, значит, тут мы убираем создание поселенцев, ставим создание строителей. Тут убираем галеры. Содержание юнитов. Так, чудеса мы точно не будем строить. Уменьшает покупку клеток. Но содержание юнитов у меня минус 4 всего лишь. Давайте стоимость клеток. Будем вот это потихоньку выкупать. Вот эту за 28. Тут нам болото очень неплохо дают. И Вадуатуку. Ну, плюс 54. Без единого центра коммерции и гавани. Так, ну тут уже конец карты. Я думаю, что вот так лучше сюда идти. Фига тут какая-то пустынная кишка. Блин, да... А, стоп. Блин, тут этот рабочий долбанный. Так бы смог пройти. Неужели у Кри не будет на побережье города? Ну прям, прям не верю. Но мне надо нефрит обработать. А я вообще открыл орошение? Мне орошение надо открыть. Для этого хоть какие-то фермы поставить. Блин, столько всего надо... Так, ну, как я и говорил, мы идем в исторические хроники пока. Точнее, мне нужны исторические хроники, потому что вот эти два кампуса мне будут давать 6 науки с историческими хрониками. Я хоть как-то начну кого-то догонять. В смысле подпускаете злобных варваров? У нас выключены варвары. Не, он захватит Ватикан таки. Там у него катапульты... А Ватикан что-то там огрызается потихоньку. Как раз я пришел сюда. Ух, производство появилось хоть в двух клетках. Даже в трех. Отлично. Но тут будет очень долго монумент. 17 ходов. Но мне кроме вот этого города, все остальные мои города нравятся. Видите, минус один. Это уже... Тут вот Ватикан... Слушайте, может давайте на бананы тогда, чтобы он Ватикан заберет, еще больше будет. Жалко, но... Лояльность надо держать. Тут, конечно, меньше жилье будет, но хоть как-то... Город держаться будет. Я Виктора еще туда посажу. Хотя, блин, может сейчас Виктора... Ладно, пойдем геморрайнш. Пойдем по сложному пути.
Но мне надо все-таки из геморрайнша отправлять. Я понимаю, что тут производства нету, но я тут мне надо быстрее монумент достраивать. Кстати, не добегает из гемора, на всякий случай проверю. Нет. Вот из-за того, что я эту клетку не открыл, то есть мы можем гадать. Не факт, конечно, что достало бы, если была эта клетка, но вот из-за того, что клетка закрыта, поэтому как бы считается, что этот путь недоступен. Он уже судостроение открыл. У него плавают эти скауты, значит, что судостроение Кри открыт. Ну, я думаю, так значит, у него есть на море города. Смысл судостроение открывать. Ты чё, я тут просто открыл и все, он же компьютер, блин. О, Болонья. Все равно 77 Болонья дает, ну не дает науку. Так, стоп, Хатуса. Хатусу, наверное, Колумбия даже не нашла еще, да. Ну, мне по-хорошему надо кампуса именно в научные города-государства послов отправлять. Вот оттуда я только науку смогу получить. То есть мне надо будет поставить карточку на первого посла. Великого торговца хочет Болонья, это вряд ли. Катуса, заповедник, Кахокия, кампус. Ну вот Кахокия мы выполним задание. Восемьсот пятьдесят шесть армия у Кри. Какие-то... Не, ну железо я не буду продавать, конечно. Нереальные цифры по науке у Колумбии, нереальные цифры по армии у Кри. Я так понимаю, что никто никакой другой континент не встречал, да? Отбегали. Блин, не хочется отправлять караваны во внутренних городах. Ну ладно, можно и все-таки из Лерии отправить пока. Потому что я надеюсь открыть город Кри и туда караваны отправлять. Так, ну тут надо ртуть обрабатывать. А здесь амбар строить. О, может тут кого увижу сейчас? Ротомагус. Тоже вот... Нет, все-таки не на море. Да что ты тут стоишь своим рабочим? Что вот это за тупизна? Стоит, не обрабатывает камень, что-то ждет. Ладно, короче, пошли отсюда, потеря ходов. Так, тут, наверное, лошадей. Геморраиша в Лиссабон. Тут сейчас появится еще еда за счет кампуса. Блин, вообще я тут сейчас поеду галерой. Давайте мы лучше попробуем открытые границы с Колумбией. Я хочу понять, откуда у него столько науки. Фаро. 4 из 5. Ну что, амбар? Что с кампусом? 1, 1, 1, 2 вот тут есть. И вот тут 2 есть.
Хорошо, где я планирую вообще делать ромашку? Может, тут как раз и делать? Вот так. Блин, на холмах, правда. Вообще, ромашку я бы здесь лучше сделал. Блин, ну тут будут затапливать постоянно. Тут ромашка до дамбы вообще как-то грустно. Неизвестно, сколько раз она тут затапливаться будет. Блин. Река Дуэро, река Тахо. Если я здесь ставлю правительственную площадь. Конечно, жалко, болото, во-первых, уйдет, да? Хорошо, если я здесь ставлю правительственную площадь. Давайте прикинем. Правительственная. Дамба на Дуэро. Вот сюда ставится. Сюда ставится акведук. Тут у нас промышленная зона, да? На Каимбре дамбу можно вот здесь. На Таха, точнее. Для Каимбры. Я вот не очень понимаю, где тут может быть акведук, правда? По-моему, он сюда не может встать. Так, в Эворе сюда, получается, можно центр коммерции. Театралка сюда ставится. Скорее всего, Лиссабон вообще до ромашки никак не дотягивается. Не знаю, может, священное место еще какое. Но, в принципе, ставится тогда тут кампус. И театралки. Здесь. И здесь. А рядом с театралками можно и вот сюда развлекательный комплекс. Ну, потому что он тоже плюс 2 даст театралки. Ну, вот это. Вообще, можно еще подумать о возможности поставить промышленную площадь на побережье, чтобы можно было венецианку построить. Но против компьютера венецианка не такое уж прям необходимое чудо. Вообще, против компьютера на божестве, я прямо скажу, нету вообще необходимых чудес. Просто про чудеса можете забыть. Особенно древнего мира, античности и средневековья. Я тут строителя завершил. Я так и не... Ну, наверное, давайте сюда кампус ставить. Все-таки мне еще одного строителя надо. Или амбар сделать лучше, чтобы город рос. Он дойдет, вырубит камень, и мы поставим сюда кампус. Ладно, давайте амбар. Следим за Ватиканом. Держится, все еще держится.
Личный кампус. Нехватка счастья в Геморрайнше. Доплыву ли я какая-нибудь до городов Кри? Так, хочу с колумбийцем открытые границы. О, у меня уже 224. Так, слушайте, давайте, может, апнем в лучников. Ну, чтобы силу поднять и как бы... чтобы там лучше относились. Ученичество прокачали. Ну, может, и идти в ученичество. Стоит ли мне судо... ну, нужно ли мне судостроение? Давайте подумаем. Мне кажется, нет. Колосс. Вообще, я бы гавань открыл. Давайте сначала гавань. Мне в Фуншале и Каимбре... ну, где-то нужна гавань, чтобы построить потом рядом с ним колосс. Колосс, мне кажется, для Португалии очень классное чудо. И, наверное, тут обработаю... хотя вообще надо подумать. Может, мне здесь ставить как раз центр коммерции... Блин, мне бы акведук открыть, я не могу сообразить, не могу что-то сообразить, где акведуки будут ставиться, где, ну тут точно, вот тут акведук ставится, например. Блин, ладно. Как, просто этот камень вырублю. Давайте просто даже глянем по... великим... так, где тут у нас ученый? Так, у Колумбии 6 городов и плюс 4. То есть у него банально 2 кампуса. 2 кампуса и 2 библиотеки, предположим. Так, сейчас посмотрим, галка не встретил. Если встретил, там есть проплыв. Нет, не встретил. Так, и тут город не на воде, да? Ну, конечно, нафига вот туда ставить? Конечно. Нафиг надо. Тут бы Пингалу, конечно, уже в Лиссабон. А стоит ли мне водяную мельницу строить? Наверное... в Лиссабоне, наверное, нет. Вот в Лейрии, конечно... я бы водяную мельницу в Лейрии просто купил. Вообще, мне надо уже... как бы пользоваться вот своей возможностью все покупать. 257 вход и 224 уже сейчас... очень приятные цифры. 160 стоит. Так, а что я тут еще могу ускорить? 2 морских ресурса. Это мне надо бы рабочего купить. Нет, вот этот рабочий сейчас пойдет эту рыбу обрабатывать. А второй морской ресурс, ну, видимо, в Каимбре вот тут все обработать. Да, я лучше водяную мельницу куплю. Я всегда успею апнуть. Мне кажется, лучше именно в инфраструктуру вкладываться. Поэтому в Лерии покупаем водяную мельницу.
Тут откладываем на покупку рабочего. Это 130 будет. Где мне стоит в Лиссабоне строить? Ну, блин, хочется вот тут, конечно, треугольничек такой сделать, вырубить здесь весь камень. То есть центр коммерции для Лиссабона тут поставить. Или я могу этот кампус тут. По-моему, тут, что там будет плюс 2, мне кажется. А, нет, подожди, вот эти плюс 2 дает тропические леса и лес. Вот эти два тропических леса плюс 1, то нельзя тропический лес вырубать. Получается, центр коммерции здесь надо делать и здесь. И этот тропический лес я не могу вырубить. Ну, конечно, я могу вырубить, но жалко в данном случае все-таки соседство. Печалька. Ладно, давайте пока строителя просто. Подождите, где-то я выбрал строителя. Странно, как-то строитель выбрался тут, что ли? Да. Берем пока. Ну и на этом я серию заканчиваю. Вроде виден уже свет в конце тоннеля. Так, вот эти ребята геморрайншу идут, мне кажется, неспроста. Но неспроста или спроста мы уже узнаем в следующей серии, я думаю. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры, спонсоры уже могут попробовать найти продолжение во вкладке «Сообщество», для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!